Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Prey. Остановились мы вот здесь, как бы, и идем сейчас по сюжетке. В прошлой серии я говорила вам, что я разберусь с тем, что тут как тут с этими сильными врагами дело обстоит. Но прикол в том, что для вас это уже следующая серия, а для меня это еще тот же день. И что это? И я как бы записываю две серии подряд, поэтому я еще не разобралась, если что. Но, может быть, сейчас разберемся еще, может быть. Внимание. Да в смысле, внимание, в смысле, внимание, в смысле. Я вот, я увидела, там один вроде был. Они довольно сильные. Да в смысле нет признаков жизни? Я не по... Ты что, меня достаешь? Ладно, 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 не нужно. Вот мне это не надо. Эй, позже да, доделаем. Куда? Целостность кости модели. Ого, сильный, 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 сильный. Высший мимик сильный. Это мы запомним. Это мы запомним. Нужно пользоваться другим оружием всем остальным. Ой, у нас аптечек мало. Ой, у нас, короче, все вообще очень плохо сейчас идет. Ну ладно. Бывает такое. Ой! А, я поняла. Я поняла, где я. Интересные у вас тут действия, дела. Дай мне это. Это и это дай. Так. Мне нужно просканить то. Вон то. Ой, как тут темно, смотри. А у меня фонарик есть. ЛБ плюс ЕГ. Или HB. HB. Кто-то тут влюблен был, кажется. Да. Серия «Покорители звезд», том 4, «Предательский удар в лицо». От дыхания Тревора окошко в двери шлюза запотело, скрывая лица придворного астронома и Мерси с ее дежурной притворной улыбкой. «Решите медленнее, пульсар», — с угрозой сказал астроном. «Ибо эти ваши последние вздохи, теперь призма у меня, я управляю черной звездой и вся галактика». Астроном не договорил. Его голова взорвалась от выстрела из фазера Мерси, и последние слова смешались с барабанной дробью разлетевшихся зубов. Белый туман на стекле приобрел алый оттенок и осветил Тревора розовым сиянием. «Ничего личного, Тревор», — сказал Мерси. «На проксийском черном рынке за эту вещичку можно выручить неплохие деньги». С этими словами она пнула ногой кнопку шлюза, и Тревор полетел в холодную черную пустоту. Жалко, жалко. Памяти Джона Ф. Кеннеди, 17-2031. Кеннеди зашел. В любой непонятной ситуации иди туда, куда тебе не надо. Вот я сейчас бы сюда не пошла и не узнала бы, что тут есть трупик. Жалко. Looking glass. О. Ой, как. Подарила Катрин Ю 23 мая. Ага. А как это можно? Мани. Мани, фига не. Как оно? Не включить, да? Ладно. Вот это дела, конечно. Тут ничего. Интересные закоулки. Что сказать? Интересно, интересные закоулки. Сейчас меня опять донимать будут, да?
завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Знаете что? Доступен новый псионный навык. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, во-первых, данные. Термофантом и эфирный фантом. Уязвимость пси-атака. Пси-атака. Пси-атака нам нужна. И для, а для этого калучемет. Но я не понимаю, типа, калучемет. А смысл? Смысл? Типа, это калучемет, насколько я понимаю, просто пси-атака. Пси-атака. Сейчас, секунду. Где это? Ой, а это что? Фантомный сдвиг. Вы быстро перемещаетесь на расстояние 6 метров. В точке, где вы находитесь, останется ваш двойник, который будет отвлекать врагов. Ничего себе. Прикол. Суперплазма. Создает ловушку с перегретой плазмой. При срабатывании наносит 75 единиц урона огнем в радиусе 3,5 метра. Поджигает органический цель на несколько секунд. Ой, жесть. Прямая пси-атака. Я думаю, нам вот это нужно, скорее всего, пока что. Типа... Давайте вкачаем. Я его уже пыталась скачивать, но у нас это тщетно получилось плохо. Ничего страшного. Ой, ты куда ушла? Добрый день, Талос. Безопасность. Ты не так, кем они тебя считают. Сражается с ними как с инфекцией. Талоса — наше общее дело. Заявки и предложения направляются... Как тебе это? Что-нибудь напоминает? По твоим словам, это как выйти из своего тела. Да, мы, конечно, тебя уже слышали. Повреждён костюм. Блокирует. Используйте набор для ремонта костюма. Ой, нам нужно костюм починить. Где он? Где? Где набор? Ремонт костюма. Вот это? Нормально. Состояние. Матери Тифона в вашем теле чуть меньше порога, после которого турель начнут считать вас врагом. Жесть. Блин, у нас еще и вот эта вот фигня с турельками и прочим. Это какой-то кринж. Время остановилось, ожидает твою... А это что? Турель. Понятно. Нет. Тебе удалось сдвинуть стул, не касаясь его. Я похолодел. Какие возможности? Тот день тебя изменил. Перевел на новый уровень. Я понял уже тогда и верю в это сейчас. Наша задача — также возвысить все человечество. Угу. Прицеливание. Еще раз. Некоторые способности можно использовать моментально, нажав правую кнопку мыши. Выбор способ... Давайте сейчас, знаете как, сохранимся и попробуем еще раз. Потому что в прошлый раз у меня получилось плохо. Да что ты делаешь? Прямая псинность... Та-та-та-та-та. Кроме того, их пси нейтрализуются. Да, хорошо. А как мне ее использовать, ты мне скажи. А, вот, короче. Целиться. Выполнить. Целиться. Он меня не увидел, я правильно понимаю? А, еще зарядка, да? Она восстановиться должна. Ну, естественно. Естественно, как иначе? Как иначе? Ого, неплохо фигануло его. Нужно, короче, знаете как? Нужно соединять набор для улучшения оружия. Нужно соединять пси-способности с оружием, но только проблема в том, что это сложновато, как бы, да. Ок. Ок, да. Ну и ладно. А что я могу сейчас починить? У меня что-то было? Нет? Показалось? Знаю точно, что только что у меня мало аптечек совершенно, и мне это не нравится. Мне нужно больше, больше, больше мне нужно. Давай сохранимся и давай еще попробуем вот этого вот фигануть. Ну, с вот этим получше получилось, допустим.
А где его останки? Ну вот они. Хорошо. Так лучше. Ну, конечно, дробовик бы нам тоже улучшить, а то... Ну, прям очень плохо все. Огневая мощь. Да. Угу. Скорость перезарядки тоже, да. Боезапас пока не надо. Отдача пока тоже не надо. Пускай пока будет так. Ну, а что? Ну, а что? 25, подожди, 25, что? Да где данные? Сытость, мать телефонов, не работает снаряжение, пси. У меня что-то там... Вот где мои эти вот это антирад? Нет. Нейромод нет. Инъектор. У меня психики мало. Что это дает, я пока не знаю, но нужно ее восстановить. У меня их 19, неплохо. А, подожди, а ну что? Каждый раз, когда использую эти штуки, меняется. Вы что, орете с меня? Я не понимаю. Это что, кринж такой-то? Ор. Капец. Слов. Слов нет. Нет слов. Ну ладно. Окей. Так и быть. Смотрим еще, что здесь. Потом уже пойдем. Кстати, да, нужно вкачивать, уже что-то выбирать, что-то вкачивать как можно больше. Потому что, как мы увидели... Что? Сюда. А, ну ладно. Мы увидели, все уже довольно интересно, сложно. И нам либо скрытность нужно вкачивать сильнее, либо я хз. Потому что... Как бы вот это все интересно посмотреть, поиспользовать, блин, но... Ну, сложно. Сложно. А, так. А где это? Скрытность. Выходит, тебе шумно. Нет. Скрытная это так и... Вот это очень нужно. Нападение из засады. Вот это очень неплохо. Давайте вот это вкачаем. Ну, а чё? А чё? А чё бы нет? У меня осталось не 5 нейромодов, но зато теперь атаки скрытные будут наносить намного больше. Пойдем. Нам сюда, кажется. А, или нам не сюда. Да нет, нам сюда, все нормально. Нам сюда. Музыка такая спокойная здесь. Аж как-то непривычно. Аж как-то странно. Шлюз. Не нужен. Айви, что такое? Карта сокровищ. Что? Как дело продвигается? Не могу вскрыть эту чертовщину. Где Даниэла? Не отвечает. Что не так? Даниэла привязала замок к своему голосу. Она должна произнести кодовую фразу, иначе нам не пройти. А образец голоса подойдет из записей транскриптора? Да, если там есть нужные слова. Если бы мы собрали достаточно образцов, составили список гласных и согласных и запустили моделирование... Попробую найти ее. Или записи в транскрипторе. Сначала поищу в ее комнате. Ладно, Айви, но... Слушай, давай без глупостей. Айви? Айви? Черт. Даниэла, черт побери, где ты? Задача выполнена. Понятно. Что это? О... Какая-то подсказка. У меня есть образец голоса Даниэла Шоу. И записи с сеанса переписи. Угу. Знаете что, я думаю? Думаю о том, что... Тершоу вряд ли выжила. Советую последовать примеру Захари и Веста. Объедините голосовые сэмплы. В вашем транскрипторе есть нужные программы. Именно так вы создали мой голос. Будет логичным начать с каюты Даниэлы. Угу. Это хорошо, но я сейчас взяла от жилой комнаты ключик. Требуется голосовая идентификация. И... Говорите следующие слова. Бычий. Бычий. Это вряд ли. Хотела сказать, что мне сейчас куда? Вообще-то мне вот сюда. Главное ли... Что? Несколько задач? Я думаю, что нам все-таки поискать образец. Жилая секция. Ну да, все правильно.
Несколько задач вот там, но нам все-таки нужно открыть. Эу. Эу. Открыть нам нужно. Потому что лифт это важно. Я не знаю, как я сейчас это попробую сделать, но давайте еще раз попробуем это сделать. Я сохраняюсь. Я беру... Пока что ничего я не беру. Пока что я просто сохраняюсь и иду туда. Сейчас посмотрим. Сейчас мы быстренько попробуем как-нибудь совершенно очень осторожно еще раз попробуем сделать что-то. Если не получится, то фиг с ним. Но нужно попробовать еще раз. Это важно. Это нужно, это важно. Так, давай, смотрим. У нас... Да? Сканирование завершено. Нужно больше простора. Хорошо. Знаешь, что мне скажи? Данные исследования. Это что? Технопад. Уязвимость. Электричество, взрыв, психатака, пси-атака Эми. Пси-атака есть. Взрыв, возможно, электричество, возможно, Эми. Так, теперь снаряжение смотрим. Утилизирующий кран. Не то, нуль волновой, не то. М-заряд. Это оно? Электромагнитный импульс. Возможно, вот это можно попробовать использовать. Я не уверена. Давайте сохранимся. Волевые процессоры. Возможная проблема. Ой. Разрушенные. Оно как работает? Объясните мне, как это работает? Оно типа... Оно его не берет. Это его тоже не берет. Значит, что его берет? У меня есть колучемет. Все, больше у меня ничего нет особо. Его ничего не берет. Его не берет ничего. Гипс-пушка его не берет. Не берет его гипс-пушка. Гранаты толку маловато как-то. Только если я буду вот делать то, что я делала только что. Только если я буду вот этим вот своим новым навыком пытаться пси-эми, пси-атака. Я не понимаю. Я не понимаю абсолютно. Типа... У меня цели, ты дурак, вот цель. Я скорее себя этими гранатами раню, чем кого-то другого вообще. Это что? Приманка для тифонов, не надо мне. Вот это вот что? Так, я вот этой гранатой его способности утилизировала отсюда, а ненадолго. Дальше смотрим. Мощность, удобство. Не-не-не-не. Пси-атака, пси-атака, я не знаю. Мне нужно вкачивать срочно вот это все. Вот это вот все мне нужно вкачивать. Ну вы поняли, да, о чем я? Пси. Чем его лечить это? Инъектор, части. А где штука, которая... Нейромод, да? Нет. Где эта штука? Вот это вот она. Мне нужно вот эту хрень, вот эту вот прибить. Ой. Вы спросите меня, почему? Почему я так долго с этим справляюсь? Я просто пытаюсь понять, как это все должно вообще работать. Как это все вообще... А, да, сносит, сносит? А, я... ой, капец, кринжово сейчас все это. Ой, капец, кринж.
поняла. Все ясно, все понятно, все ладно. Все сейчас было очень плохо, конечно. Все сейчас было очень сильно потрачено. Давайте, знаете как? Лифт снова работает. Этот тифон захватил контроль над устройством и программным обеспечением. Вплоть до низкоуровневого. Перепрограммировал его на лету. Это впечатляет и пугает. Я могу исправить программу. Все будет в порядке. Лифт позволит быстро перемещаться между тремя основными палубами Талоса-1. Он останавливается в холле и в отсеке жизнеобеспечения. Я б, начала заново. Алекс, черт, сейчас я зашифрую остальное. Говорю, что я бы сейчас, конечно, взяла. Я бы сейчас, конечно, начала еще раз заново, потому что потратила много, как вы видите, всего, чтобы вообще понять, что делать с этим. Но я думаю, что и так сойдет, потому что мы можем сейчас, мы открыли лифт, мы можем сейчас пойти, поехать, возможно, создать кучу всего. Ну или не кучу, кто знает. И потом вкачивать вот то, что мы начали вкачивать. Взрыв. Телекинез, повелитель машин. Да, это все нужно вкачивать, это все сложно, это все непонятно. Влияние, телерадиация. Вопрос теперь такой. А что, еще выбрать задачи нужно всем. Так. Говорю, теперь собираю голоса. Основной сюжет. Была секция. Тут у меня жилой секции нету. Где? Но давайте съездим. Я F5 нажала. F5 говорю. Вот тут я F5 нажимаю. Захожу. Перемещаюсь в холл. И смотрю, как это будет сейчас все работать. Сядь, пожалуйста. Ого. Ого! Шо? Ничего себе. Ого! Ого! Ой-ой-ой-ой. Мама. Что? Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Гнездо. Ты что, гонишь? Я даже не знаю, что сказать сейчас. Я просто настолько в ахере, что не знаю, что сказать на это. Типа... Что это вообще за хрень? Да дай я тебя просканю, не беси меня, я не буду выходить к тебе. Что ты смотришь? Я сейчас вообще тебе по лицу дам. В жопу. В жопу. Я нажала F9, чтобы вы понимали, во-первых. Во-вторых, я больше не хочу никуда перемещаться. Мне это совершенно не нужно. Что это вообще было? Я хотела переместиться себе, накрафтить материалов, аптечек и прочего. А что это было такое? Непонятно. И, как вы знаете, я боюсь того, что больше меня, особенно в космосе или под водой. Ну, всяких существ, которые намного больше. И он явно большой. Как бы они не страшные, это не какие-то скримеры, ничего такого. Но меня пугает их размер почему-то, непонятно почему. Как-то так. Ну ладно. Ничего. А слушайте, а мы можем спасти вот тех? Вот этих вот. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Медоператор, дай бог тебе здоровья. Я тебе так скажу. Обнаружено препятствие.
Расчистите обломки. Вот. Нет! Телепат, кстати, тоже не особо маленький, я как бы... Вот что хочу сказать. Еще. У меня, правда, ни аптечек, ничего нет, но... один фиг, это все не важно. Один фиг, это все не важно, куда делась эта штука. А где он? Не надо. Я не хочу это делать. Я не буду. А вон он. А чё он туда уполз? Рад снова видеть вас, доктор Ю. Шо, дурак? Куда уполз? Придурок. Испугался, да? Говори. Дай! 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 Внимание. Скотина. Хрен с тобой, тварь. Я попробую еще раз. Расчистите обломки. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Куда оно пошло? А людей мне нужно убивать в любом случае? Вот они... Дай. Как бы у нас тут файт. Я жду, пока у меня пси восстановится. Заткнись, заткнись! Угу, мало пси-энергии у меня, говорит. Добрый день, Талос. Службы безопасности напоминают. Стикер даже в укромном месте не самый надежный способ хранить пароль. Где он? Лечи меня, раз уж ты тут. Ты знаешь. Ты можешь меня полечить? Критическая атака. Ошметки. А вы можете меня вылечить? Вылечить? Где он? Летающий. Нет? Ну, типа, мало ли. Я думала, он меня вылечит. Типа, я такая убью. И меня просто возьмут и вылечат. Чё нет-то? Без сознания они. Внимание! Ты идиот! Ты иди к чёрту! Ишь, не пухай меня. Первый раз вырвались на свободу. Это уже случалось. Вскоре после первых ваших тестов вы требовали остановить проект, эвакуировать всех. Но Алекс убедил вас, что контролирует ситуацию. Именно тогда вы стали действовать втайне. Спрятали схему своего ключа, видеоролики, создали протокол январь. Ваше беспокойство не было напрасным. Берем помидорки, потому что надо покушать, я так хочу сказать. Потому что у нас нет ресурсов восстановиться, кроме как помидорки. И помидорки довольно хорошо нас восстановили. Давайте еще соберем помидорки, потому что помидорки это хорошо. Помидорки это вы сила. Вы нашли турели? Надеюсь, они порвут этих тварей. Я ничего не нашла, я ничего не должна была найти вообще. Хорошо, а подожди, сейчас я подойду к тебе, отстань. Сейчас я подойду. Это что? В смысле, не найден. Я тут главное, нет? Чипы. Что там у нас? Ускоряет восстановление пси-способ... О, вот это надо! А что для него нужно вкачать? Так, нет. Подожди, что нужно вкачать? Чипы для психоскопа. Навык психотроника разблокирует новые ячейки. Нейромоды психотроника. Где это?
Где это? Где психотроника? А где психотроника? Я не поняла. Инженер? А вот здесь? Ремонт? Модификация костюма? Исследователь? Точный удар? Где психотроника? Терапевт? Сильный навык? А где психотроника? А, вот психотроника. Позволяет установить два дополнения. Ничего себе! Ты шо? Ваша пассивная повышена. Ну, это тоже неплохо, как бы. Ну, да, может быть, сделать? Может быть, сделать? Может быть? Может быть. Вот дела. Ой, еще ягоды какие-то. Мне надо. Ну, типа, здрасте, как кушать? Я же буду кушать сейчас. Мы сейчас будем кушать там. Ой, лимоны тут у нас. Классно, классно, классно. Мы сейчас покушаем. Ой, вот это у нас теперь лечение. Нам никакие хилки не нужны. У нас тут лимоны всякие непонятные. Ананасы или что это, кто это. Что-то неясное, но неважно. Неважно. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Вот, теперь ты. Говорю, ты. Я пойду в грузовой отсек. Не хочу злить Сару. Даже если она не выжила, она найдет способ посчитаться со мной. Угу. Это хорошо, что она найдет способ. А что у меня тут? В удачах у меня тут. Тут у меня куча дополнительных, основной. Ну, в общем, я как бы их спасла. Что сказать? Вот. Да и все. Больше тут я ничего особо сильного не обнаруживаю. Пока что, по крайней мере, ничего вроде ничего особо нету. Ничего супер важного я не вижу. Они там вообще живые? Ладно. Класс. Один патрон. Это то, что нам нужно было. Все, идем. Идем, бежим по заданию. Где оно? Оно где-то внизу. Оно где-то далеко. Да, не наш. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Угу. А, я могу вот это открыть? Нет, не могу. Тут я не вижу ничего суперважного, хотя, возможно, что-то есть. Эх, жалко, вы мне открыть не можете. Нет пропуска. Куда-то вниз. Да? Мне вниз? Да, мне вниз, мне вот сюда. Что это тут у нас? Я тут уже заранее побывала, естественно, как иначе. Так, смотрим, смотрим. Жилой. Жилая секция, да, пойдем. Жилая секция, мы идем. Мы уже прям в жилую секцию заходим мы. Жилая секция. В жилой секции для персонала Транстар предусмотрены различные удобства. Фитнес-центр, кинозал, бар, желтый тюльпан. В зависимости от должности сотрудников размещают в элитных апартаментах, обычных каютах или экономических, что-то там, жилых комнатах, короче. Что-то там такое. Надеюсь, тут не будет никакой большой скотины, как мы видели. Да. Ты кто? А ты человек. А, я другой с камерой. Сканирование завершено. Карлос, контроль разума. Шо? Ну завершено и завершено. Что я сейчас открыла? Вот это, взлом разума. А можно? Новый псионный нап. Ты! Я тебя вижу! Очередная кукла! Да? Смотришь на меня черными яйцами сквозь глаза. Да? Подойди ближе. А ну. Да? Да? Еще чуть-чуть. А чё? Я ничего тебе не делаю. Чем он говорит там вообще? Тупые куклы, что? И ты тоже. А я могу к ней? Зайти на кухню? Давай, заходи. Я не хочу убивать вас вообще. Новая задача, что это? Что за новая задача? Распаковка, осмотреть кафетерий. Ну ладно. Я посмотрю кафетерий, ты не волнуйся, я его в любом случае бы посмотрела и без тебя. Тупой зверь, думаешь, убьешь меня ими? Я не хочу тебя убивать, ты мне просто не сдался совершенно. Вот в чем дело.
как бы ошеломителем могу. Могу фигануть тебя ошеломителем и лежи себе спокойно какое-то время. Зачем вы подчинились? Не можете перечить голосу зверя? Натуре, дурочки. Что это тут? Муха. Бедняжка-муха. Понятно. Сколько? Сколько у тебя там тел, а? У меня одно, а что? Это как-то плохо. Папа, с днем рождения. Подключение. Переместить файл. Спутнику. Соединение установлено. Принято. Одно сообщение загружено. Что это такое? Папа, с днем рождения. Давайте посмотрим, что это. Привет, папа! С днем рождения! Я сделала тебе подарок, но ты откроешь его уже дома, потому что у твоей компании дурацкие правила. Знаешь что? Я наконец-то покаталась на леди. Это было круто! Что еще? А, Рен написал в твои ковбойские сапоги. Извини. Я скучаю по тебе. Скажи мистеру Ю, что детей тоже нужно брать в космос. Что ж, пока все. Люблю тебя. Когда ты прекратишь? Хватит. Не могу думать из-за этих кукол-бомб. Так. Так, сюда вроде нельзя залезть. Бля, я что-то не понимаю. Эй! Да я просто не пойму. Вот здесь вот что-то можно вот туда пролезть, а как туда пролезть, я не понимаю. Бам. Ладно. Хз. Вообще хз. А это пробьется дротиком? Не особо пробивается это дротиком. Это оно, в принципе, не особо пробивается, да? Не, ну ладно. Дурак, я не хочу убивать тебя. Что, он может не... Что, неадекватный совсем или что? Ну, мне не обязательно его убивать, он сам себя добьет, я так понимаю. Жалко, конечно. Ну ладно. Пусть делает, как делает, как бы. Ой, слушай, а нести можно, да? Я так понимаю, нам можно было бы залезть сюда. Типа, если бы я переместила. Но у меня нет подъема. Поэтому, походу, все. Игры глобального единства. Отрывок статьи Хейла Майклсона «Измененные люди» журнала о видеоиграх. Игры глобального единства завершилась. Игры. Однако окончательно посчитать, как распределились медали между странами-участницами, пока невозможно. В связи с обвинениями в применении неврологических модификаций препаратов нового поколения, каждый год на играх устанавливаются новые рекорды, и эти не стали исключением. Количество новых рекордов поражает воображение. Пусть поражает, пусть. У нас совсем мало времени осталось, так это что? А я ничего не делаю. Фью. Душа с музыкой. Что вообще это было? Типа, тут кто это тут? Что тут? Какие-то... Знаешь, это как в полу... Что? Ты кто? Что такое? Что это было? Что это? Что это такое? Что-то это сейчас странное было. Ты кто? Я хз? Я хз, что это было?
Я хз, что это было, я хз, как делать так, чтобы оно меня не трогало, кто это, что это такое. Я ничего не вижу. Прикола не поняла. Вот что оно делает, что это такое вообще? В жопу тебя, короче. Я поняла, я сюда не буду идти пока. А, это что, в кафетерий, да? Это кафетерий? Нет? Странно? Что-то очень странное. Очень непонятное. Или тележку мне подтащить туда. Ну ладно. Ну фиг с ним. В принципе, нам уже можно заканчивать. Какая-то неведомая хрень, которая меня не пускает. Конечно, очень интересно. Ну ладно. Потом посмотрим. Так, что там, каюта? Прям вот тут, короче, сохранимся. Сейчас и закончим. Да, конечно. Интересно, что это было, ваше предположение? Давайте в комментарии обязательно. Интересно почитать. Ух. Спасибо вам, отмечаться за просмотры. Не забудьте подписываться на канал, на Инстаграм, на Твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.